Слушай, я вижу, у нас самолет появился на взлетной полосе. Баш, посмотри, что это за человек идет на взлет. Я, если подойду к нему, то меня будет не слышно. Давай все, мы, наверное, по нашей стороне пустим его, по которой обычно иди сюда, на сторону, где только что спустился Леша. Скажи, как тебя зовут? Еще раз. Разноцветный прикол с нами! Друзья мои, ставим разноцветный прикол, видимо, тазик от... Родители покреативничали, назвав так сильно. Да, да, слушай, кто тебе такое имя дал, мама или папа? Бабушка. А, бабушка креативная. Бабушка назвала креативный прикол. Ну что ж, давай, мочи. Смелый, что... Ага, есть, я вижу. Слушайте, отлично, у вас, оказывается, еще есть. Покажитесь, покажитесь на камеру. У вас еще интересная очень борода, разноцветная. К сожалению, не видно за горой. Вот, посмотрите. Очень крутой участник. В прошлом году он у нас участвовал под никнеймом «Зеленый круг». Он говорит, что, по-моему, это был я. Ну, подожди, подожди, расскажи, человек коробка, что сподвигло тебя на... создание этого безумства. Переведи, пожалуйста, этого человека. Бессонная ночь, как и тогда, сподвигла на создание человека коробки из коробки. Итак, внимание, друзья, сейчас состоится спуск. Что-нибудь на коробке. Мозги разрезаны. Короче, просто. Картонные, они из картона. И сейчас состоится спуск на коробке. Это один из участников, который не применяет тюбингов для сгада. Ему достаточно коробки. Просто у него! Аплодисменты человеку коробки! Человек-коробка сегодня с нами. К сожалению, сложно скатываться в коробке, потому что коробка не предназначена, собственно, для спуска с нашей зэ-горки. Но он идет, он достойно идет к финишу. Просто ползет. Слав, что сподвигло на участие в нашем фестивале и что за тазик, расскажите. Мимо проходили тазик, почти праздничный. Праздничный тазик, праздничный салат, да, называется? Отлично. Итак, друзья мои, у нас следующий участник, связан номер 23. На нем написано «С 23 февраля», это увидел только я, смог расшифровать этот посыл. Итак, прошу вас к спуску, да прибудет с нами сила! Друзья, мы поддерживаем внизу горки наших участников! Это «Желтый цыпленок» и «Гибор купица». Какая-то бабушка с курицей. Людоед и... О, какой красавица. Очень эротично. Скажите, значит, людоед и кто еще? Петушок, людоед и петушок. Людоед с дубиной. Посмотрите, посмотрите, он весь костюм в крови. Я хочу, чтобы жюри увидел, потому что американцы — это очень достойная команда. А у вас яйцо, да, с собой? Яйцо. Обратите внимание, что таз оборудован гнездом. Итак, встречаем дурными аплодисментами людоедами, которые оборудованы с дубиной и майкой в крови. Осторожно, вы забыли. Она мне больше на отелу Версача напоминает. Да, похоже, кстати, на Версача. Поехала! Эй! Мы
Скажите, у вас что-то с воздушными войсками связано, да? Да, я золотой плащ из воздушных войск. Золотой плащ с нами! Отлично, оборудован шарами с гелем для того, чтобы на кочках можно было подлетать на небольшую высоту до 300 метров. Итак, прошу вас, золотой плащ, сейчас он будет развиваться, я чувствую. Сейчас взлетит девушка, да? Да, но я решил все-таки на тазике спуститься, посмотрим, поедет ли тазик. Отчаянно, да. Едет! Едет, но недалеко он едет. Ну мы подождем пару часиков, ничего страшного. Есть, мы были руки в грязи, мы из связи, я правильно понимаю? Да, ну примерно так.